6 февраля в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность. Участок в районе улицы Проселочной, 12, предназначен для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Стартовая цена почти 19 тысяч рублей. Построить дом можно и на улице Джураева в районе водонасосной станции. Начальная стоимость участка более 37 тысяч. И последний участок находится на улице Добрушской, 75. Здесь предлагается построить и обслуживать одноквартирный усадебно-жилой дом. Стартовая цена земли около 32 тысяч рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодезцентра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодезцентре по номеру 419786.